И снова здравствуйте. С трудом в отблесках вечернего Минска вы можете разглядеть Лёшу Халецкого. И это очередной выпуск «Лёша смотрит». Буквально после просмотра «Убийства в Восточном экспрессе» сходили на Тор Рагнарёк. Хотя я зарекаюсь постоянно ходить на фильмы о суперменах, но тут, ну, во-первых, он уже давненько вышел, и отзывы вроде ничего были, но главное, меня подкупили два слова. Тайки Вайтити. Это чувак, новозеландский режиссер, причем он коренного народа маори. И я вот в начале своей рубрики, наверное, по-моему, второй или третий обзор на фильмы был о комедии новозеландской «Реальные упыри». Это на русский перевод, по-английски на самом деле он звучит «What we do in the shadows». Классная такая комедия в стиле документалистики, как будто снят документальный фильм о семье вампиров, как они там живут, делают. Ну, мне фильм понравился, я его несколько раз даже смотрел уже. И вот главным режиссером как раз этой комедии был Тайки Вайтити, он там одну из ролей сыграл. Явно его заметили не только по этому фильму, он уже стал, как видите, режиссером голливудских боевиков. И я, собственно, ожидал от Тора Рагнарёка примерно такого уровня комедии, как были «Реальные упыри». Конечно, с поправкой на сюжет о супергероях, но то, что я ожидал, то я и получил. Понимаете, самое главное, по-моему, во всех вот этих супергеройских фильмах, чтобы либо этот фильм был очень реалистичный, с реальными проблемами людей, как делал свою трилогию Кристофер Нолан про Бэтмена. Это, ну, по-моему, лучшие фильмы о супергероях вообще ever, потому что они затрагивают не только людей, которым нравятся подобные фильмы по комиксам, но и самых обычных, потому что там поднимаются реальные обычные проблемы. Либо, с другой стороны, этот фильм должен быть с приличной толикой самоиронии. Потому что если пафосно, с пафосными и на полном серьезе лицами делать то, что они делают в этих фильмах, это будет постоянный фейспалм, как было с «Отрядом самоубийц», как было с «Мстителями Эры Альтрона». То есть, когда вот это вот все очень серьезно делают вещи, от которого смешно взрослому человеку, это смотреть скучно. Так вот, Тор Рагнарёк, конечно, там банальные мотивации, банальный сюжет, но так как создатели это все понимают, актеры это все понимают, то они постоянно над этим стебутся. То есть это не сатира, это не пародия на такие супергеройские фильмы, а именно что тот случай, когда создатели фильма прекрасно понимают, что они рассказывают и какой это уровень истории. Ну, фильм красочный, есть экшен, есть не экшен. Слава богу, душеспасительных разговоров по минимуму. Хороший актерский состав. Мне сложно, то есть это не будет фильм на века, вы знаете, это понятно, это просто этих супергеройских фильмов выходит в последнее время столько пачками, прямо сейчас опять это Лига Справедливости, по-моему, если Мстители это от Marvel, то Лига Справедливости это от DC, что, по мне так, что те, что другие супергерои, еще недавно, кстати, Marvel купила Люди Икс, то есть сейчас они, видимо, в одну вселенную там еще объединятся. За всем этим следить мне, например, неинтересно. Видимо, есть фантики, которые прям следят за всеми этими историями, но, по-моему, это все странно. Я хочу просто посмотреть кино развлекательное. И Тор Рагнарёк, по-моему, то самое нормальное развлекательное кино, где можно и прикольные драки посмотреть, и посмеяться над тем, что происходит. Так что если вы все еще на него не сходили, потому что фильм уже идет недели две, по-моему, если вы еще на него не сходили, то рекомендую. Обычное развлекательное кино. Весело проведете время, по-моему. На этом все. Смотрите интересные фильмы. Всем пока.